башня «Путь новый корабль «Плюс» 72,5 метра. За штырем Адмиралтейства чуть правее, словно плывет над городом позолоченная глава Исаакиевского собора, поднявшегося на высоту 102,5 метра, а за ним продолжается рядом с фонарищной в сторону. И еще одна особенность Петербурга. Она очень хорошо рассматривается именно отсюда. Гранитное ограбление Невского моря. Огромными были работы по созданию воздушных набережных, искусственно созданных. Болотистую почву вбивали просмоленные деревянные сваи, засыпали землей, покрывали деревянным, а затем каменным настилом, и дома на набережной таким образом обретали своеобразный пьедестал. В конце 18 века Невские берега были одеты в гранит, сменив ранние деревянные набережные. Обратите внимание, как ритмично повторяются на противоположном берегу изысканные гранитные спуски в воде, как мерно входят Невским водам гранитные парапеты набережной. Тогда же в гранит была одета стена Петропавловской крепости со стороны Невы и созданы Невские ворота. Пройдя несколько вперед, вы все это сможете увидеть. Thank you.